Запись пошла. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас вебинар на тему автоматизации бизнеса, и мы бы хотели вам рассказать о решении, которое называется Постер. И почему именно о нем? Мы давно уже наблюдаем за Постером, наблюдаем за тем, что из себя представляет функционал данного решения, и также каким образом они работают с клиентами. И прежде чем устроить этот вебинар, мы изучили данное решение и действительно пришли к мнению того, что это современное решение, и даже решение, мы его так называем, некая учетная система, кассово-учетная система нового поколения. Почему именно нового поколения и чем мы так характеризуем такие решения? Наверное, тем, в первую очередь, то, что это решение, оно легко внедряемо в бизнес, то есть любой предприниматель может зайти на сайт Постера и взять себе тестовый период и сам настроить данную учетную систему, и при этом уже, я думаю, даже в течение дня уже начать работать. Но я думаю, Юля меня подправит. И оно легко сопровождаемо, то есть при этом, насколько я уже сам лично работал с Постером, я наблюдал о том, что для этого нет необходимости в наличии в штате какого-то технического специалиста. Можно абсолютно самому все сделать, зайти в личный кабинет, все сам настроить. Я думаю, для тех, кто уже имеет большой опыт работы с UDS Game, вы, наверное, видите здесь некие сходства того, что и в UDS Game также можно зайти и все самому понять, и все самому настроить. Ну и также, что такой большой плюс, то что для того, чтобы работать с данной кассой, нет необходимости покупки какого-то специального оборудования. То есть не нужны какие-то специальные компьютеры или какие-то моноблоки. Постер абсолютно работает там на планшете, и на планшете, либо на компьютере, который у вас уже может иметься в наличии. Ну все, я могу долго о нем рассказывать, о своем опыте использования Постер, но я думаю, более компетентно вам об этом расскажет, конечно же, представитель Постер, эксперт, это Юлия. Юлия, даю вам слово, я отключаюсь. Отлично. Я вам расскажу немного о системе автоматизации Постер. Постер – это автоматизация для кафе, баров и ресторанов. Так, нет звука. Сейчас жду соединения. Меня слышите? Если слышите, поставьте, пожалуйста, плюсик. Угу. Отлично. Еще раз добрый день. Давайте попробуем. Попробуем так. Теперь видите картинку? Угу. Ну, давайте начнем. Если кто-то не будет видеть, вы в любом случае сможете зайти на наш сайт, потом еще более детально ознакомиться с самой системой учета. Постер – это облачная касса для ресторанов, кафе, баров и магазинов. Немного расскажу вам о том, сколько существует Постер. Постер на рынке уже более 4 лет, в команде около 100 человек. Заведений непосредственно в России около 3000, но с каждым месяцем мы растем и растем. Если говорить о в целом, где мы находимся в 53 странах, и нас уже более там, 5000 заведений, был рубеж. На чем работает непосредственно программа? Да? Это терминалы на iPad'ах, на Android'ах и на Windows'ах. Также работает программа веб-версии, то есть вы можете изначально протестировать систему, даже не покупая никакого специального оборудования.
Основные функции терминала – это быстрое обучение персонала, то есть даже ребенок разберется с системой учета, вам не потребуется дополнительный специалист по обучению работы с рабочим местом. Работа с фискальными регистраторами и надежная работа офлайн. То есть если у вас пропадает связь с интернетом, программа продолжает работать, чеки продолжают печататься, все данные будут сохраняться в кэш-память вашего устройства. После появления интернета программа автоматически передаст все данные в админ-панель, и вы всегда получите актуальные остатки и по складу, и по продажам. Также, чем это удобно, вы можете непосредственно с плачентом подходить к столикам и обслуживать ваших клиентов. Не надо уже записывать данные там на листик и потом уже переносить это в программу. Вы можете разбивать чеки на несколько гостей сразу и каждого гостя рассчитывать в отдельности. Печать чеков и бегунков на кухню осуществляется как на термальные принтеры, также у нас есть экран на кухню для поваров, где вы можете видеть, какой заказ, сколько по времени он должен был готовиться, и когда он будет готов, повар может сообщить это официанту посредством нажатия кнопки, и у официанта на терминале будет высветлена информация о том, что заказ готов. Очень удобная настройка меню, то есть вы сами определяете, как будут выглядеть ваши блюда на терминале, вы загружаете под них картинки, а также располагаете их, как вам удобно. То есть те блюда, которые у вас продаются чаще всего, вы можете разместить там в первом блоке. Админ-панель «Рабочее место владельца» и менеджера доступна с любой точки мира. То есть вы можете взять свой лэптоп, зайти через браузер и проверить работу вашего заведения. А также у нас есть отличнейшее приложение, это Poster Boss. Если вы, допустим, не взяли с собой ноутбук, но вы можете зайти в мобильный телефон, приложение доступно на iOS и на Android, и проверить, как работают ваши сотрудники. То есть кто открывал кассовую смену, кто закрывал, какое количество чеков, какая у вас будет статистика. Статистика по выручке и прибыли за текущий день или за любой выбранный вами период. Вы можете также установить различные уровни доступа для ваших сотрудников как к терминалу, так и к управленческой части. Очень удобно то, что у нас есть система лояльности, также работаем дополнительно интегрированные с UDS Game. Вы можете проверить эту работу уже даже сейчас. Зарегистрируйтесь в Poster и посмотрите, как это все выглядит. У кого бухгалтеры привыкли работать с 1С, у нас есть интеграция, можете синтегрироваться, посмотреть, как это делают. Есть двухсторонняя выгрузка информации. То есть, если вам пришли поставки в 1С, вы можете нажать кнопку, и все поставки потянутся в Poster. И также наоборот, по продажам, по остаткам, документам выгружайте и следите за вашим заведением. Возможно, у вас есть вопросы, у нас также есть партнерская программа. Если будет интересно, у нас на сайте более детально описаны условия партнерских программ. Вы можете заполнить анкету по интересующей вас программе, и мы с вами свяжемся и более детально уже это обсудим. Айрат? Еще добавить о том, что у нас, повторюсь, есть интеграция с UDS, и с документацией вы можете ознакомиться в окне материалы, то есть в личном кабинете UDS Game, также доступные в демо-версии, либо бесплатной версии, этот пункт меню материалы, там есть инструкция по интеграции с UDS, и интеграция, она заключается всего лишь в 4 пунктах настройки, также нет необходимости привлекать какого-то стороннего специалиста, то есть достаточно там перейти по ссылке, ввести логин и пароль от UDS, ввести логин от Poster, и интеграция готова. При этом сам процесс работы кассира с интеграционным Poster, с интегрированным уже Poster, вы также можете посмотреть данные инструкции, и в этой инструкции также все, в процессе работы также все просто, там автоматизировано то, что когда кассир переходит в окно оплаты, нажимает кнопку «Оплатить», там сразу выходит автоматически окно ввода кода UDS, либо ввода номера телефона, и в дальнейшем он вводит номер телефона, вводит количество списываемых баллов, и уже в дальнейшем переходит в окно, где необходимо выбрать тип оплат, которым рассчитается клиент. Все довольно просто, и уже у нас довольно большое количество клиентов, использующих Poster и UDS, вместе, и при этом мы замечаем хорошую обратную связь,
от них о том, то, что действительно процесс работы, он абсолютно удобен для кассира, то, что он и еще при этом очень быстр, то, что все автоматически появляется и все сразу происходит, и обмен данных, он почти мгновенный. И также хотелось сообщить о том, что мы в будущем также планируем развивать интеграцию с постером. На текущий момент там пока не передается информация о кассире, но у нас уже стоит задача о том, чтобы передавалась информация о кассире в оценках за обслуживание, то есть чтобы мы понимали, какой именно столик обслужил официант. На текущий же момент в поле кассир или официант там стоит прочерк, потому что пока не передается. Но уже, я думаю, в ближайшем будущем это уже доработка, она появится. И в будущем, конечно же, мы будем планировать дальнейшее развитие данной интеграции для того, чтобы еще больше возможностей можно было использовать при работе с двумя программами одновременно. И хотел бы, ну, по окончании презентации, хотел бы высказать некоторое свое, также свою обратную связь по постеру, то, что очень приятно, как постер работает со своими клиентами, то есть техническая поддержка, у них есть также постер и лайв-чат, в котором предприниматель может сразу же задать вопрос и также в короткий срок получить ответы, либо же позвонить персональному менеджеру. И вы можете сами в этом убедиться и зайти просто на постер, на сайт joinposter.com. И Юле напишите, кстати, пожалуйста, в чат ваш сайт, и там взять просто тестовый период и посмотреть, каким образом выглядит личный кабинет и каким образом работает касса, там можно сразу же это настроить. У меня там занимало не больше это 20 минут. Настройка такая первичная для того, чтобы уже посмотреть, каким образом проходят транзакции, каким образом там все это происходит и каким образом происходит интеграция. На этом все. Я думаю, я надеюсь, что у вас есть большое количество вопросов, и мы с удовольствием с Юлией на них ответим. Тогда я выключаю запись, и мы переходим к вопросам. Спасибо. Спасибо. Да, можно, пожалуйста, вопросы, мы будем рады на них.